Добрый вечер. Смотрю ваш эскиз по платью. Смотрю эскиз платья футляр, который уже исправленный, где вы сказали, что вы дорисовали горловину спинки. Модельки я посмотрела, разобрала ее, все хорошо, вы все нарисовали. Единственный момент, который я не увидела на моем эскизе, когда я вам показывала, нужно обозначить, где у вас будет молния. А, вот у вас есть. Угу. Все отлично. Значит, просто она очень маленькая и незаметная. Один момент, который мне не очень понравился, чисто конструктивно, это точка по линии талии. Вот этот угол, который у вас получился, он немножко неконструктивный. Если вы будете шить изделие, то линия должна быть более плавная. Так, по остальному все хорошо, все на месте, на фигуру вы посадили, все сделали. То, что вы мне сказали, что у вас пропали образцы, скорее всего, что у вас произошло? Вы открыли документ с фотографией, сказали открыть с помощью Adobe Illustrator и начали использовать сразу этот документ. Если вы обратите внимание, я всегда создаю новый документ, в котором я буду работать. И после этого я копирую в него картинку. Не открываю файл, начинаю сразу в нем рисовать, а копирую в него картинку. Таким образом, панель образцы остается в нормальном открытом виде. Восстановить ее как в новом файле не получится. Вы можете. Что сделать? Вы можете открыть одну из библиотек цветов и использовать ее. Там оттенки кожи, природа. Вот, например, оттенки кожи прекрасно подходят для рисования эскизов. Здесь много вариаций библиотек. Есть Visibon, Web. В общем-то, можете подобрать ту, которая вам больше подходит. И ее открыть, она у вас будет использована как образцы цветов. Либо же, как вы сделали, дополнять сюда цвета, которые вы используете на эскизе, они сюда вставляются. Если посмотреть, здесь у вас все прописаны коды. У вас CMYK, цветовая модель идет. И вот она, Cyan, Magenta, Yellow, Black. Они все расписаны. Таким вот образом, то есть будьте внимательны при создании документа. Иногда удобно, когда у вас только там, грубо говоря, три цвета в документе, и только они использованы. Здесь есть вот функция, то, что можно убрать все неиспользуемые, вот. Добавить используемые цвета, убрать все, ну, выбрать все неиспользуемые, их удалить. То есть это полезная такая функция, она нужна там при принтах, при печати, когда вам нужно, например, строго 5 цветов и не больше. Вот вы здесь это задаете. Ну, ничего страшного, вы можете сами выбрать цвета, которые задать, выбрать готовые библиотеки, подгрузить. Но на будущее, да, все-таки лучше как бы делать. Я не просто так показываю, что я создаю документ, открываю документ с фотографией и эту картинку копирую в мой документ, в котором я буду работать, потому что эта проблема, вот она есть. И как она исправляется, я не знаю. Я нашла только такой способ, читала книжки, смотрела видео, не нашла, как ее исправить. Если вдруг кто-то знает и мне подскажет, я буду благодарна. Я использую такой метод. Молодцы, еще раз, эскизы мне нравятся, идите дальше. У нас на этой неделе будет нарядное платье, а у вас еще остались брючки. Все замечательно, пока-пока.